Бог живой? Да. Аминь? Аминь. И вот я бы хотел продолжить ту мысль, которую я сегодня говорил. О том, как мы можем возрастать, что является открытой дверью в небеса. Помните, мы в прошлый раз говорили, что открытой дверью для греха явилось общество, общество людей, да, вот это вот то, что мы начали общаться, да, то, что вот именно вот это вот безответственное отношение, да, то, что ему можно и мне можно, да, и вот это вот коллективное сознание, коллективный разум, он и явился вот этой открытой дверью для духа этого мира. И мы говорили, что поэтому нужно обратный путь пройти, мы должны восстановить личность. То есть Бог Духом Своим, через вот эту план спасения Иисуса Христа, через этот пример Иисуса Христа, Он восстанавливает личность Духом Своим, да? Восстанавливает эту новую личность, которая уже может противостоять Духу этого мира. Да, которая имеет уже вот это зрение, уже вот этот трезвый взгляд на вещи, которая не хочет просто жить во тьме и жить в иллюзиях. Понимаете, мы сами выбираем для себя жить в иллюзиях. Вот, вот сидим и так вот иногда дурачков из себя таких делаем, а чё, и не хотим брать никакой ответственность. Но вот, ну, в итоге будем пожинать просто от этого, если мы не противостанем. Понимаете, написано, противостаньте дьяволу и убежит от вас, покоритесь Богу. И вот это вот противостать, это наша задача. Он убежит, но если мы противостанем, но если мы хотим с ним играть, да, если мы вот и хотим использовать Бога, когда Иаков говорит, вот вы прелюбодеи, прелюбодейцы, разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? А это все он говорит тем людям, которые говорят, вы вот завидуете, убиваете и не имеете. Почему? Потому что вы не просите. А когда вы просите, говорит, у Бога, то вы просите до собственных похотей. И он говорит, разве вы не понимаете, что это и есть дружба с миром? Понимаете, мы пытаемся использовать Бога, просить у Бога, для употребления в собственные похоти. Библия это называет дружбой с миром. Понимаете? Поэтому мы пытаемся, вот как будто бы вот Бог, а мне вот это, а мне вот это, а мне вот это. А получается, что это дружба с миром. А дружба с миром есть вражда с Богом. И тогда просто нарушается суть вещей. Потому что Бог это Бог. И для того, чтобы вот приходить к Богу, нужно Богу приходить как к Богу. Правильно? Как к тому, кто выше тебя. Как к тому, кто лучше знает, что тебе нужно. Аминь. Вот это суть прихождения к Богу. Не тому, что ты со своим планом приходишь к Богу, а ты приходишь к Богу сказать, Бог, ты Бог, мне нужен план. Мне нужен твой план в мою голову. Мне нужны от тебя мысли, мне от тебя нужен дух. Научи меня молиться. Понимаете или нет? Мы с этим должны. А не то, что мне это. Он говорит, Бог, это дружба с миром. И вот наша вот дверь, для того, чтобы нам начать эти настоящие отношения с Богом. Знаете, какая это дверь первая? Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство Божие. Знаете, Иисус однажды взошел на гору и провозгласил. И вот это первое изречение, оно было. Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство Небесное. И потом дальше мы знаем Нагорную проповедь, да, и там блаженны плачущие, блаженны алчущие. И он начинает перемешивать такие вещи, которые вот они, не, по идее, они не должны вот в сознание входить. То есть он говорит про такие вещи, которые, против которых мы наоборот пытаемся в своей жизни противостоять и бороться. Мы пытаемся вот с этой, да, вот с этой нищетой духовной, мы хотим быть сильными, да, мы хотим быть полными духа, мы хотим быть успешными там и так далее, выглядеть хотя бы так, да. Но Иисус говорит, блаженны нищие духом,
Блаженны пустые, блаженны алчущие, блаженны плачущие. И вот это вот, он просто ломает наше представление. Почему? Потому что он говорит, блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство Небесное. Они имеют вот эту вот, это дверь в Царство Небесное, в Царство Божье. Потому что вот это вот, в современном переводе написано, блаженный, осознающий духовную потребность в Боге. Блаженный, осознающий духовную потребность в Боге. То есть, вот это и есть дверь. То, что мы вот эту свою потребность, вот это вот свое плохое состояние, что нам внутри тесно, что нам как-то вот, да, ну, в современном языке это можно назвать депрессией. Да? Можно назвать депрессией, то есть тоской, кризисом среднего возраста, как угодно. Но это вот и есть, это вот и есть нищий духом. Когда ты недоволен, когда ты пустой, когда тебе плохо, когда ты. Но как мы пытаемся выкрутиться из этих состояний, когда взрослый? Сюда, да? Пойдем. Пиво попить, коньячку выпить. На дискотеку пойти, потом наркотики, легкие, тяжелые и так далее. Просто какие-то глупости. Кто-то идет, прелюбодейством занимается, с ненасытимостью, да, или вот любодеянием, да, и так далее. То есть люди пытаются уйти от этой реальности. Потому что наша реальность, она то, что мы на самом деле без Бога нам плохо. Понимаете? Нам плохо, нам как бы вот мы слабые без Бога. Но это является входом, это является дверью. То есть, как ты используешь вот это вот свое состояние, вот эту свою нужду, вот эту вот свою депрессию, вот это свое трудное время, может быть, в жизни, да? Как ты используешь? Мы пытаемся уйти от этого. Кто-то спит просто, да? Зароется под одеяло, ляжет и все, и спит. Я говорю, кто-то пьет, кто-то еще что-то делает, кто-то отвлекается, кто-то фильмы смотрит в большом количестве, да, лишь бы забыться от реальности. Кто-то вот сейчас это вот, да, вот, вот это, знаете, эту штуку? Телефоны, да, интернет, вот это вот. Туда. Андроид. Да, тоже, да, отвлечься, да, то есть. Но вот я сегодня вам говорил про эту историю, когда Петр почувствовал голод. И пока готовили еду. Он не бегал там по кухне, кусочки вот эти хватал, да, полусырые. Он пошел на крышу, чтобы молиться. Пошел на крышу молиться, искать Бога. И такой сильный голод был, но именно вот этот голод привел его в такой состояние, что он получает это откровение. Давайте мы откроем Римлянам 8 главу. Я вам сегодня дам ключ, который меня ободрил очень сильно. Да, у нас тут что-то прям этот проповедь прям параллельно идет, да? Это как Володя, который на ассенизаторе уехал, да? Кстати, это тоже хороший символ, да, вот иногда для спасения. Вы вообще поняли, что там произошло, когда он рассказал? Потому что он так знает. То есть вы представляете, то есть он всегда уезжал на этой газельке. Всегда, всегда, всегда. И тут вот в этой ситуации приехал вот этот вот синизатор за 5-10 минут, говорит, поехали со мной. И он так подумал, синизатор, ну ладно, поехали с тобой. И вот он уехал, и вот та газелька, которая его должна была забрать, просто попадает в такую дикую аварию. 8 человек погибло. В Ютубе это есть, эта авария, он мне показывал. Там просто все в смятку вообще, и все. И вот так вот, понимаете, и ты потом вот, как вот еще объяснить это? Бог любит, Бог живой, Бог действует, Бог посылает своих ангелов, свой дух через каких-то людей, он действует. Один человек телефон дал, другой человек еще что-то сделал, но просто кто открыт к этому, тот видит, кто закрыт, тот так и не увидит. Понимаете, вот Иисус Лазаря воскресил, но... Для кого-то это была просто какая-то случайность. Никого. Я сам не видел и все. И так далее. Давайте. 26 стиха, 8 глава Римлянам. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа. Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Ну вообще, вот я вот понимаю вообще, что тут написано, нет? То, что Дух подкрепляет нас в немощах наших. И апостол Павел говорит, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен. Вы вообще вот понимаете, что мы не знаем, как молиться? Как должно молиться.
Вы вот разве не знаете, вот есть очень много людей, которые очень часто правильно получали откровение от Бога. И начинали провозглашать это откровение и молиться. И у них ничего не получалось. Знаете, почему иногда? Потому что не было, время было неправильно. Потому что иногда бывает такое, что откровение это Божье. И вот суть сама вещей Божья. Но если его не в то время пытаться засунуть, оно не работает. Оно не работает. И понимаете, поэтому для того, чтобы правильно молиться, тут только Дух может молиться правильно. Потому что вот мы действительно не знаем, чего нам надо. Ну вот, например, элементарная ситуация, да? У тебя там проблемы на работе на одной, да, на какой-то, да? И тебя там вот уволить собираются, и ты начинаешь вот просить Бога, чтобы тебя не увольняли. Откуда ты знаешь, что это для тебя хорошо? Откуда ты знаешь? Может быть, это вот от Бога эта ситуация, что ты уволился с этой работы и потом пошел, искал и нашел еще более лучшую работу. Понимаете или нет? Что оно вот так, что мы на самом деле не знаем, о чем нам молиться. То, что мы часто тратим все свои силы, свое какое-то время, свое направление просто вот о том, что мы тыкаемся просто в темноте, что-то просим, сами не знаем, что просим. Поэтому единственный момент, он говорит то, что Павел говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Понимаете, поэтому мы должны это понять, что нам нужно научиться, чтобы вот Дух открывал эти двери, чтобы вот эти откровения пришли именно вот из этой слабости. Я вот, на чем я вообще строю свою проповедь, это на том, что здесь написано. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Вот в нашем каноническом переводе так написано. Знаете, как написано в подстрочном переводе просто с греческого? Когда перевели буквально те слова, которые вот были произнесены. Написано, что Дух сотрудничает с нашей слабостью. Вот здесь написано, что Дух подкрепляет нас в немощах наших. Хороший, почти похоже, правильно или нет? Но Дух сотрудничает с нашей слабостью, это другое немного, правильно или нет? То есть тогда, если я хочу, чтобы, вот вы хотите сотрудничать с Духом, mm-hmm. чтобы Дух сотрудничал с вами, чтобы мы действительно были сотрудниками. Что такое сотрудник? Вместе трудятся о чем-то одном, созидают. То есть помощник, сотрудник, он участвует в твоей жизни. Но знаете, с чем он сотрудничает? Знаете, сами скажите, с чем сотрудничает Дух? Со слабостями. Со слабостями, с нашими. Не с нашей силой, не с твоим я, не с твоей гордостью, не с твоим характером, не с твоей слабостью. В те минуты, когда мы слабы, Дух может с нами сотрудничать. Другими словами, это и есть то, о чем мы говорим. Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство Божие. Помните, однажды апостол Павел написано, я трижды молил Бога, чтобы убрал жало. Потому что мне был... Давайте мы откроем, просто прочитаем это место. 2 Коринфянам, 12 глава. Седьмого стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалить его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Представляете? Мы вот много раз об этом слышали, но часто не готовы это практиковать. Понимаете, вот услышать, и это для Павла, вот там, туда-сюда. Но вы понимаете, что это для нас, для всех? Что сила Божья, Бог способен с тобой, Дух сотрудничает с нашей слабостью. Сотрудничает с нашей слабостью. Хотим иметь общение с Духом, значит, не нужно пытаться выдавать себя за сильного или пытаться быстрее быть сильным. Продолжай быть тем, кто ты есть просто. Потому что каждый человек, он просто слабый человек. Но просто используй вот это время своей слабости для того, чтобы искать Бога. Аминь. Вы понимаете, что это очень важный принцип? Вы понимаете, что вот в эти минуты вот всех обычных людей, которые да, не христиане, которые просто вот, да, вынуждены жить этой обычной мирской жизнью, трудности они разрушают. Но для нас дана привилегия, что нас трудности будут созидать.
Вы представляете, то есть мы можем радоваться, когда радуемся, когда у нас все хорошо, когда мы победили, когда у нас хорошие обстоятельства, когда у нас хорошая зарплата, когда у нас все хорошо, мы просто радуемся, потому что это естественно для каждого человека. Но для христиан еще естественно радоваться в трудности. Апостол Иаков говорит, да, первое послание к Иакову написано: «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в искушение, потому что испытание веры вашей производит терпение, а терпение имеет совершенное действие, и вы будете просто совершены». Вы понимаете, что вот это другое мышление? Если мы просто, мы должны обернуть вот эту вот, то, что на нас нападает, просто против нас, как айкидо, понимаете? Юрий, да? Мы знаем, что такое айкидо. Да, это когда ты используешь энергию соперника для того, чтобы победить того же соперника. Понимаете? И тогда вот, когда вот эти все трудности, искушения, они на нас наваливаются, мы должны иметь вот эту надежду. Ага, понимаете, я увидел, я понял, я вот из этой практики сейчас особенно вот это проходишь. Как бы я как человек все хочу успокоиться, все хочу вот как-то увидеть, да, вот то, что мы делаем, служение, центр, там, увидеть вот какую хорошую атмосферу, вот победить и уже вот сесть уже как победитель и сказать, как круто все получилось, слава Богу, там и так далее. А Бог говорит: дурак, ты не понимаешь, цени это время, цени, что вот эту слабость, потому что в этой слабости я могу с тобой сотрудничать. А когда ты сядешь вот так вот, как царь, я уже не смогу к тебе подойти. Понимаете, вот вспомните Давида, который, да, пока он был в пустыне, пока он бегал от Саула, пока он преодолевал, он такие отношения с Богом, такие откровения, такие псалмы, да, такие победы, такие подвиги и так далее. Но потом победил, и написано в один день, остался дома, не пошел на войну, когда нужно было пойти на войну. Вечером встал, такой вышел, я царь, увидел девушку красивую, позвал, пойдем поговорим и так далее. И пришла большая проблема в его жизнь. И впал в такой грех, и потом убил человека и так далее. Потерял сына из-за этого. И мы видим то, что на самом деле вот парадокс в этом заключается. Парадокс в этом заключается, что если мы хотим иметь продуктивную жизнь с Богом, мы должны обернуть вот эти слабости в рост. Понимаете, в рост, в общение с Богом, потому что Дух сотрудничает с нашими слабостями. Я вот, этот стих не выходил у меня из головы, я очень вдохновился, я просто увидел на практике, я хочу это практиковать. И вы понимаете, вот ты когда это будешь практиковать, ты становишься непобедимым человеком вообще просто. Потому что когда у тебя хорошо, у тебя хорошо, когда у тебя плохо, с тобой Бог. Понимаете или нет? И поэтому вот Павел здесь вот дальше можно даже прочитать, да? «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моим, и сила моя совершается в немощи моей. И поэтому я гораздо охотнее, говорит, буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Аминь. Аминь. Понимаете, что это практика жизни. Это не просто вот откровение Павла, которое мы должны там разобрать. Мы можем это все взять. Но для этого нужно вот, ну, примириться с Богом, кто, да, не примирен с Богом, это вот, ну, действительно для, как бы, христиан. Поэтому нужно определиться, да, для кого-то, хочешь ты быть христианином или не хочешь. Потому что если ты не христианин, и, как бы, ты еще не открыл свое сердце для Христа, не позвал его, ну, там, Дух не сможет с тобой сотрудничать просто. Твои слабости — это слабость, тогда это получится мазохизм. Понимаете, мазохизм. И вот так. Вот хочу еще вот, я не буду сегодня долго проповедовать, вот эту вот победу Давида над Голиафом разобрать. Как победил Давид Голиаф и что это такое вообще? Победить Голиаф. Что такое Давид, что такое Голиаф? Да? И чем он победил вообще? То есть вот было вот две вот этих армии. Израильская и филистимлянская. Однажды мы говорили, кто такие филистимляне, да? Что это плотское мышление человеческое. И вы понимаете, это вот все может, вот эта вот битва вся, она может быть в одной голове у нас происходить. Понимаете, то есть и армия одна здесь, и армия другая здесь, и Голиаф здесь, и Давид. Ну, главное, чтобы Давид был, понимаете? Потому что вот, ну, я однажды увидел, что Давид — это как семя веры. Понимаете, вот это маленькое семя веры, когда Бог...
Когда Иисус говорит своим ученикам, если вера ваша будет с горчичное зерно, тогда вы скажете горе, передвинься и передвинется. Понимаете, вот эти вот горы, которые у нас есть, это вот как раз и есть эти плотские мысли, наши проблемы, я не знаю, наши какие-то нерешающие ситуации. Я не знаю, какие они могут быть. Вот да, вот это армия филистимлян, это там куча мыслей, а вот этот вот Голиаф, это вот, я не знаю, какая-то одна проблема, одна мысль, да, которая вот вышла, и она просто тебя, просто держит всего тебя, просто вот в унижении. Понимаете, там написано 40 дней он выходил и поносил войско. Да, издевался просто, где, ну кто, давайте одного, кто против меня, и так далее. И все, и там все просто вот были в этом сокрушенном состоянии. И вот приходит этот Давид, это что такое Давид? Да, это вот светлая мысль, рожденная от Бога, это вера, да, это надежда, которая вот, ну, появилась, что-то новое, это откровение, это Слово Божье тоже, да, потому что написано «вера от слышания, а слышание от слова». И вот оно появляется уже, да, и это как вот то, что должно победить в твоей жизни, то, что еще снаружи это никак не выглядит, но написано Царство Божье, да, подобно вот, когда семя посеют тоже, да, в землю написано, оно растет, и никто не знает, как оно растет. Написано, человек спит, встает и не знает, но постепенно появляется сначала колос, потом колос, имеет, да, стебель, колос, потом наполняется зерном и так далее. Вот, ну, вот так. Мы люди, мы растем медленно. Хотим мы того или не хотим, растем медленно. Мы не как собаки, не как лошади, которые раз за год и уже такая большая. Но мы люди, мы медленно. И вот, вот этот вот Давид. И мы вот привыкли, вот у нас вот это вот стереотип о том, что Бог это обязательно что-то сверхъестественное. Обязательно чудеса какие-то, обязательно вот, чтобы был Бог, нужно вот что-то такое, что прям нереальное вообще. Ну это же Бог там туда-сюда. Но вы знаете, что Бог в первую очередь, он очень естественный. Вот мы естественные с вами. Мы естественные, живем естественной жизнью. Ну вот Бог тоже естественный. Он просто естественный. Зачем ему нарушать собственные же законы и делать какие-то вот сверхъестественные вещи? Он двигается естественными законами. И вы понимаете, вот в этой победе Давида над Голиафом не было ничего сверхъестественного. Вы вообще понимаете? Иногда думают, что там было что-то сверхъестественное. Вот он, маленький Давид, камнем победил. Это Давид кинул камень, а камень направил Бог. Каким-то сверхъестественным, по сверхъестественной траектории. Нет. Кинул Давид и попал Давид. Понимаете? Но в нем была сила духа, в нем было видение, в нем была хитрость, мудрость Божья, откровение. Понимаете? Вот этот план, он не пошел пустой на этого Голиафа. Он не пошел просто вот в никуда. Ну ладно, как-нибудь. Он не пошел с ним бороться, он не стал с ним сближаться. Понимаете, наша проблема, что мы иногда сближаемся с врагом очень близко и пытаемся с ним бороться. Но Божье откровение говорит, камень. 5 гладких камней написано взял. Из ручья. 5 гладких камней. Он не взял один камень. Потому что не был уверен, что с первого раза получится. Кто-то может там какие-то прообразы находить. 5 гладких камней. Мне недавно сказали, я, кстати, вспомнил этот камень, что это 5 братьев Голиафа. У Голиафа вот уже такая история, что у Голиафа было 5 братьев. И Давид взял. Или 4 тогда, да? И Давид взял. Да нет, но он же живой человек. Понимаете или нет? Точно так же, как он просто взял, чтобы кидать в эту камнями. И вот эта вот тактика побеждения Давида Голиафа, она была вот, ну, очень естественной. Давид скрыл свой план. Давид скрыл свой план от этого Голиафа, как он собирается его побеждать. Он начал его провоцировать. Когда он на него побежал, написано, он еще палку взял. Знаете, что такое палка? Отвлекающий маневр. Потому что он ему, ну, может быть, показал, что он будет с ним с палкой драться. Поэтому ему Голиаф говорит, что ты идешь на меня с палкой, я что тебе, собака, что ли? Да, а Давид на него начал орать, да Бог предаст тебя в руки, ты собака и так далее. Ну, то есть я не помню как, но Давид его очень сильно начал оскорблять. Действовать против гордости, да, его, да, выводить того из себя, заставить его как-то вот растеряться. Вы понимаете, что если бы Голиаф
предвидел бы чуть-чуть эту ситуацию, да, то он бы закрылся там щитом, у него был щит написан. Он просто закрылся об этих камешков вообще спокойно, и все. Но тот не ожидал просто, понимаете, не ожидал. Поэтому Давид идет с хитростью, Давид идет с мудростью, Давид идет с откровением, Давид идет с отвлекающим маневром, Давид идет с наглостью, да, и так далее. Идет спокойный, раскованный, а в это время раз и в лобешник. И все, и лежит. Вы понимаете, что это очень естественная история? Понимаете, очень естественная история про то, как парень, который просто вот, ну, не стал двигаться стереотипами, потому что там был еще один момент, когда он вызвался, он говорит, я убью его. Он говорит, да, как же ты убьешь, там царь, ну давай. Они на него начали одевать доспехи. Знаете, да, они на него надели вот эти вот доспехи Саула, облачили его вот в это, и написано, Давид оделся в них, походил. Ну, спасибо за мудрость Давидовскую, спасибо за эту искренность, спасибо за эту простоту, спасибо за эту слабость, что он просто говорит, мне неудобно, понимаете, вот неудобно, да, круто, вот мне бы хотелось, конечно, перед всеми вот выйти, вот в этой вот, как показать, что на меня царь одел доспехи, наверное, но он имел эту ясность ума, что ему это не поможет никак, понимаете, и это, знаете, что такое доспехи Саула, это религия, это религиозность наша. Это то, что мы иногда видим у других людей, слышим от проповедников или еще что-то. Пытаемся быть похожими на этого человека или на того человека. Но сила, знаете, в чем? В Божьем откровении, в Божьей мудрости, сила в нашей слабости. Понимаете, Давид не решил показывать себя сильным, крутым, взрослым. Он просто вот был таким, какой он есть. Он просто взыскал Бога. Он просто был открыт для этой мысли, для того, чтобы вот... чуть-чуть будущее предвидеть, чуть перехитрить врага, понимаете? Ведь ведь лучше же, когда мы предвидим ситуацию, правильно или нет? Вот я, когда мы сюда переезжали, вот Санюк со мной боролся немножко, что, ну мы там вот привыкли уже, и я как бы это понимал, понимаете, да, про что говорю, то, что вот из центра, что, ну, а я понимал, что лучше предвидеть ситуацию. Я уже предвидел, что мы там начнем скоро замерзать, что там сыро, что люди начнут болеть, что машина начнет ломаться, что это далеко и так далее. И мы пока еще не готовы там вот в этих условиях быть. Понимаете, я вижу силу в том, чтобы иногда предвидеть какие-то вещи, правильно или нет? Вы понимаете, что вот когда люди решают иногда какую-то проблему, и им говорят, ну как бы, да, вот уже зашли в проблему, и кто-то решает там эту проблему, и все говорят, как круто он решил проблему. А вот часто те люди, которые решили проблему даже до того, как в нее попасть, им ничего не достается. Понимаете, никакой славы, никакой похвалы там и так далее. Поэтому вот я хочу сам себя сегодня поблагодарить за это. Да, но я хочу поблагодарить за это Божий Дух, понимаете, Божью мудрость. То, что на самом деле Бог хочет, чтобы мы научились идти на шаг впереди. Аминь. Аминь. Вы хотите в своей жизни идти на шаг впереди? Зачем нам попадать в яму, если мы можем увидеть, где яма? Правильно или нет? Ведь все к этому сводится. Поэтому Иисус говорит то, что вы ходите во свете, пока свет с вами. Я с вами, вы свет. Да? Мы вместе все свет. Поэтому нам, для того, чтобы не падать в яму, нам нужно быть вместе. Аминь? Аминь. Поэтому нам нужно просто искать Бога. Нам нужно искать Бога вот на том месте, на котором мы находимся. Так, как мы можем этого искать. Просто сказать Богу, вот я. Потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Аминь. Понимаете, и вот сила заключается в том, чтобы вот начинать, ну, всегда вот искать Бога. Бог, скажи нам, куда двигаться. Я вот весь этот последний год пытаюсь так двигаться, понимаете, пытаюсь так двигаться и вижу, что это работает, это эффективно работает. И Бог просто говорит и отвечает, и от каких-то моментов уводит, какие-то моменты специально скрывает, для того, чтобы ты зашел в определенные ситуации, да. Поэтому наша задача просто вот, ну, искать эту волю Божью, благую, совершенную. И угодно, правильно или нет. Поэтому и тогда есть шансы на успех, тогда есть шансы победить. Тогда он нам даст вот это откровение, как Давиду дал, да, вот просто ничего сверхъестественного. Давид сам это придумал, правильно или нет? Давид сам придумал. Но это Божий Дух так действует. Он дает нам вместе с ним придумывать, креативить. И я вижу, что сейчас христианство, даже вот все глобальное христианство, я не знаю, вот... в других странах, но у нас вот даже вот, ну, не работает евангелизация. Да, вот в том моменте, как вот привыкли, что вот она работает, да. Но я уверен, что существуют какие-то способы, которые могут работать.
И мы вот, например, мы знаем, что интернет это как камень тоже, да, может работать, как, да, какая-то весть, какое-то послание, которое летит, достигает нужных моментов, нужных людей в свое время. Правильно или нет? Но наша задача просто вот искать Бога, наполняться Его Словом, наполняться Его мудростью и не пренебрегать вот этой вот привилегией быть слабыми. Понимаете? Быть слабыми. Потому что вот, ну, Дух сотрудничает с нашей слабостью. Я бы хотел вам это оставить. Я просто действительно очень вот вдохновлен этим. Я просто понял, как это круто. Я, потому что вот мне все хочется, я же говорю, вот успокоиться, вот вырасти в какую-то, да, стабильность какую-то, да, чтобы люди были стабильны, христиан было вокруг много, христиане были сильные там и так далее. А, как бы, да, а Бог говорит, нет. Нет, нужно вот все это проходить. И вы понимаете, да, мы видим, вот, да, Иисус, прежде чем начинает свое служение, Он идет в пустыню. Причем там даже так написано, что когда Дух на Него сошел, когда Он крестился, да, написано, Ему отверзлись небеса, голос проговорил, Дух спустился, вот, начинает служить. И там написано, вот в оригинальном переводе написано, Дух выбрасывает Его в пустыню. Выбрасывает его в пустыню, выталкивает. И там написано, и вот когда он уже преодолел эту пустыню, встретился с дьяволом, преодолел эти искушения, да, и написано, и тогда Иисус возвратился в силе Духа, возвратился и начал служить. И начал служить. Поэтому я понимаю, вот, например, чтобы вот, ну, действительно служить, нужна сила Духа. А сила Духа, она будет, вот, она придет от нашей слабости. Именно в моменты, когда мы вот эту свою слабость обратим к Богу, научимся Его искать, научимся питаться из слабости, да, и тогда получается, что чем больше у тебя будет проблем, трудностей и слабостей, чем сильнее будет Бог двигаться через тебя, чем больше Бог сможет сделать через тебя. Аминь. И мы действительно вот, ну вот действительно так, и никто это не может понять. Это христианская жизнь, поэтому Павел часто говорит, кто это понять может вообще, христианскую жизнь, как ее можно понять? Но ее нельзя понять, ну так. Потому что Дух сотрудничает с нашей слабостью. Мы вот именно через это мы понимаем, что Бог это что-то, что действительно реально существует. И реально нам дает силу, реально нас удерживает, и что Он верный. И вот это вот 2 Тимофея, 2 главе написано, что... Давайте мы прочитаем. Одни из моих любимых стихов. Даже тут Павел, я даже не видел, дайте 10 стих. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Представляете, вот Павел говорит, я все терплю, все терплю. Вторая глава, 2 Тимофея, 2 глава, вот 10 стих. «Посему я все терплю», да? Или вот до 9, «за которое я страдаю даже до уз, как злодей». Представляете, да, вот Павел, как он это, он в узах, он говорит, я страдаю как злодей, но я тут все терплю для того, чтобы вот люди получили спасение, да? И 11 стих, верно слово, если с ним умерли, то с ним и оживем, если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас, если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Понимаете, вот даже если мы не верны, Бог все равно пребывает верен. Бог все равно пребывает верен, и вот как то, что сегодня Володя свидетельствовал, даже его неверность не смогла помешать Богу быть верным. Понимаете, верным тому завету, который он однажды заключил, верным всей его семье, просто взять и спасти, просто взять и обновить, и все. И просто дать эту милость, понимаете, и вот, ну, то, что он, вот, я говорю, к нам пришел, мы сразу поняли, что, ну, он не будет проходить реабилитацию, как реабилитант, что ему нужно время, мы будем смотреть за тобой, там, и так далее. Не нужно это, когда Бог делает все, зачем? Зачем мы будем что-либо тут вмешиваться? Как мы можем в этом вмешиваться, если Отец принял? Мы, конечно, можем, да, вот как поступить, как тот брат, который остался, да, и был недоволен и так далее. Но зачем? Зачем, если Отец уже принял там и так далее? Поэтому, даже если мы не верны, мы через это
увидим его верность. Поэтому как бы это и есть тоже наша слабость. В том, что мы на самом деле не всегда верны Богу. Но пусть это тебя тоже сильно не огорчает. Пусть это Бог поможет тебе это в силу превознести. Это слабость, которая опять же будет сотрудничать Дух. Но главное, он говорит, ну если мы отречемся, то и он отречется. Понимаете, поэтому вот, ну тут главное просто не отрекаться. Главное просто вот, ну, до последнего держаться, как бы трудно не было. И... Потому что что такое отречение, да, это вот, ну, разворот просто, переобулся, такое двуличие просто, да, которое просто мы не должны допускать. Поэтому пусть вас Бог благословит, давайте мы вот, ну, по-новому чуть-чуть будем проживать, проходить эти свои страдания, эти трудности, да, то, что с великой радостью принимать эти испытания, потому что эти испытания, они производят терпение. Терпение имеет совершенное действие, но это для тех, кто Сын Божий. Поэтому тех, кто еще не Сын, я просто приглашаю приглашаю прийти в эту семью Божью, да, просто через веру в Иисуса Христа, просто своим желанием, своим решением сказать: Господь, прими меня, я такой, какой я есть, мне нужен, войди в мою жизнь и так далее. Аминь. Аминь. Все, пусть вас Бог благословит. Давайте мы что-нибудь споем.